Том, проверь двигатель! Том! Он умер! Черт, что же нам теперь делать? Я не знаю! Только не по лицу! Он опять занят какой-то хренью. Ага. Ты знаешь зачем? Нет, но я уверен, мы узнаем это. Ага. Эй, у этого инопланетянина пушка, он хочет убить меня! Спасибо. Хорошо, скотина, что тебе надо от нас? Привет, гладкокожие, меня зовут командир Бай. Добро пожаловать ко мне на корабль. Ты хочешь сожрать нас? Что? Нет. Сейчас я вам покажу все вокруг. Этот корабль самый классный в галактике. А что, есть другие? Ну, в этом месте шатался где-то безмозглый Нимо. Наверное, это классный чувак. Не, не очень. А это кладовка. Здесь мы храним все наши изобретения. А это что? Это нормализатор. Круто. А это? Это лазерный пистолет. Хрень. Хотя... Ладно, пошлите отсюда. Это комната воображения. Она сделана, чтобы вы могли расслабиться. Она показывает все то, о чем ты думаешь. Привет, чувак. Классный костюм. Отличная прическа. Я тебе не мешаю? Это так классно. Ух ты, Том, так тебе все-таки нравится Рождество? Оу, Том? Том, не делай этого! Не смей сжигать елку! Не смей сжигать елку! А, ты сжег ее. Что это? Том! Пошли отсюда! Это мостик. Здесь мы контролируем все на корабле. Смотрите! Включить гравитацию! Отключить гравитацию! Не. Эй, а это что? А это зеркало самолюбия. Оно питает весь наш корабль. Что? Сейчас расскажу. Наша раса самая самолюбивая во вселенной. И мы научились получать от этого много энергии. Напивная вечеринка привела нас к поломке, нас закинуло далеко в космос. Мы провели годы, стараясь отыскать путь домой, но со временем мы себя запустили и теперь не можем заряжать наш корабль. С тех пор мы летаем по галактике в поисках самолюбия, чтобы отправиться домой. Это ты к чему? Мы нашли одну подходящую расу, но они оказались слишком уж комплементарными. Какой крутой корабль! Ты так классно выглядишь! Я голоден! Ты постригся? Не пойму, а мы-то тут при чем? Кажется, я понял. Что? Оу. Оу.